Так, ладненько, да, сегодня по-прежнему тот самый день, 22 число, вот, жена моя, все в порядке, мы вместе. Вот тут вот мы пошли в Национальный музей Джокджи, сходили, посмотрели экспозиции, ну, в общем, такое своеобразное видение, что ли, современного искусства у художников. Не как у европейцев, европейцы не больше об идеальном, о прекрасном. А здесь обо всем, вот, в том числе о трагедиях и прочем. Вот. Ну и вышли, и тут вот такой вот интересный, обмазанный непонятно то ли глиной с веточками, вот типа сосудики, и вот рядом такое-такое дерево. Вот. И главное не понять, сколько ему лет, вообще близко даже не понять, потому что вот это все, что свисает, это как бы не ствол, это корни, ствол где-то там внутри. Находится, там чуть-чуть видно, что есть там некий фундамент, в котором этот ствол находится, но так вот даже приблизительно понять, сколько его надо обхватывать, чтобы обхватить этот ствол, не поймешь. Ну, понятно, что эта конструкция очень большая, крона, а огромная, тут много-много птичек летает, вот, вот эти вот корни, ветви, не ветви, корни спускаются там, самых верхов. Сейчас я обойду, чтобы свет удачно падал. Вот, ну, в общем, вот такое вот дерево огроменное. Вот, то есть вот так вот его не объять, так сказать. Аршином тоже померить было бы проблематично. Вот, вот это вот, наверное, похоже на ствол, но тоже не точно. В общем, это такое-то переплетение ствола с корнями, огромные корни вот так вот на огроменную площадь сверху свисая втыкаются, иногда вот в узлы так причудливо перевиваются. Здоровое дерево. Ну и, собственно, краткий хронометраж. Сегодня мы проснулись, позавтракали, решили съездить в один парк. Вот, поехали, минут 20 спустя поняли, что мы забыли деньги и документы, пришлось возвращаться. После этого поняли, что уже ехать на байке будет слишком жарко, обгорим. Но я, в частности, руки все сожгу. Вот. Но не хотелось пожарить, честно говоря, долго ехать уже. Время. Дальше надо типа вишенки. Такие вкладываются на дерево. Вот они растут, такие красненькие ягодки. Это так, к слову. Вот. Это инжир. Это похоже на инжир. Но это не инжир. Нет, нет. Инжир, просто похоже. Вернулись, собственно, думали, что же делать, как же быть. Решили поехать тогда. Нам еще надо было денежки с карты снять, банкомат поискать. Ну и фруктов хотели купить. Купили фруктов, приехали, покушали фруктов. Немножко полежали. Пойдем сюда. Вот. И, собственно. И, собственно, что? Купили фруктов, поели. Мороженое купили, там вкусняшек всяких купили, там накупили. Покушали, в итоге уснули, да, потому что уже день припекало сильно. Вот. Ну и потом проснулись, уже решили никуда так всерьез не ехать. Решили, что надо по музеям, по местным походить, чтобы как-то жаркую часть дня пережить. Сейчас на улице около 35 градусов, я напоминаю. Вот. На солнце еще больше. А еще мы арендовали моторикшу. Ну да, чтобы до музея доехать, мы на моторикше доехали. Тут какие-то трагические события, вот там мы цитируем человека, тематика продолжается. Угу. Вот, ну, собственно, вот примерно так наш сегодняшний день проходит.